Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Fallout 4. Ну что ж, в предыдущей серии мы остановились на том, что прибыли в это место, которое называется Солнечные приливы, поселение заброшенное, и теперь его пытаемся зачистить. Здесь у нас обитает дикий гуль, с которым либо можно поговорить, либо, скорее всего, я подумал так за кадром, наверное, просто это имеется в виду, что это квестовый типа персонаж, которого надо убить, чтобы выполнить квест. Ну, прям попробуем. Да, видите, с ним хрен поговоришь. Ладно, тогда ждем. Понеслась в голову два раза. Хватило даже одного. Готов, родной. Ну что же, кажется, все. Двойные деньги, прекрасно. Зеленое платье оставь себе. Кофейную кружку тоже, наверное, пожалуй. Мозгогриб. О, какая вкуснятина. Парочку мед-иксов. Так, крышка 37 штук, патроны калибра 38, 6 штук, свинина с бобами. Давай возьмем скипидар, а тут посмотрим, что у нас по урону. Урон хреновый, в принципе, нафиг нужен. Так, крышка 16, патрон 308, 7, 45, 11, 38, 5 штук. А дальше смотрим уже. Амортизирующая кожаная броня для правой руки. В принципе, только если на продажу, но цена у нее небольшая. Вот это, пожалуй, возьмем, это, пожалуй, тоже возьмем. Так, тайничок с крышками. Тоже, пожалуй, стоит взять. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо так зачистили. Давайте, кстати, проверим, что у нас там за такой интересный этот самый дробовик или что-то такое. Стреляющий 308 калибром. Мы же, в принципе, можем даже такой, получается, взять в руки. Калибр 44. Их жалко нету, конечно. Очень жалко. Так. Так. У нас тоже есть урон 30, поэтому мы наш можем пропадать. Правда, у нас прокачан, а это не прокачан. Ладно, неважно. Давайте вот попробуем взять это в руки. Коллиматорный обрез. У него даже, как вы видите, патроны в запасе имеются. Да к тому же 5 в обойме, это уже неплохо. Так, ну и смотрим далее, что мы тут еще имеем интересного. Как же быстро в игре темнеет. Вроде только недавно был день, уже ночь. Вроде получается все тогда зачистили. Давайте проверим по квестам. Так ли это? Инфо, задание. Коммуна Солнечный пыли упустила чистку. Карта. Да нет, ни хрена, мы еще не зачистили. Вон еще у нас 40 и 35 шагов. Давайте сходим туда, посмотрим туда, что у нас тут. В этом доме получается, наверное, да? Так, таракашка. До свидания, таракашка. Дверь заперта, открыть легкий. Так, давайте попробуем. Твою мать, как же быстро шпилька ломается. Вроде уже кнопку отпустил. Ну нет, хрен там плавал. Так, почти. Тихо, спокойно. Готово. Yes. Так, вентилятор возьмем. Рад X пару штук возьмем. Шкаф пуст, зато здесь есть стимулятор и еще один Рад X. Неплохо. Бурбон тоже заберем. Средства оставим себе им, а вот лампу заберем. Так, что у нас тут? Антира 1 и стимулятор. Прекрасно. Шкафчик пуст, хирургическую пилу давай возьмем. Вдруг в хозяйстве пригодится. Мясо Рад таракан тоже надо взять, но собацкий, как всегда, залагать решил. Так, один готов. Ждем второго. Давайте поближе подпустим его. Не знаю, нахрена в руку, конечно, надо было целиться. Ну ладно, фиг с ним. Допустим. Блин, я еще и промазал, что ли, получается. Нихрена себе. Готово. Ну и отлично. Построить и активировать радиомаяк. Это мы обязательно сделаем, как только обыщем здесь всю эту фигню. Прихватка. Да нахрен, наверное, она нужна. Бельчи сухарики возьмем, огнетушитель. Тоже, наверное, особо не нужен. Жилет и слаксы. В топку, средства в топку. Собачья миска. Собацки тебе миска не нужна? Ну, кажется, вроде как нет. По-моему, не нужна. Так, ладно, тогда пошли строить радиомаяк. Давайте сначала посмотрим, что мы можем приготовить. Жареный ротараканчик. Какая вкуснотища.
Выйти, да. Так, ну что же, прекрасно. Так, а мы еще не были, по-моему, в этом помещении маленьком. Или были? Нет, были, были. Я так понимаю, местный туалет. Так, хорошо. Мастерская. Давайте смотреть. Радиомаяк. Где это может быть? Ресурсы, магазины, создание предметов, быть может. Верстак, оружейный верстак, плита, пункт приготовления пищи, станция обслуживания брони, химлаборатория. Химлаборатория не то. Магазины тоже, наверное, не то. Может быть, ресурсы разные. Так, станция сбора мусора, кормушка для браминов, колокол, сирена, цель быстрое перемещение. Нет. Значит, и не ресурсы. Питание, украшения, мебель, структуры. Дерево, металл, двери, заборы разные. Шест с шипами. Заборы. Да все не то. Питание, генератор, соединитель, переключатель, освещение разное. Вербовочный радиомаяк. Вот, наверное, то, что нам нужно, да, получается, скорее всего. Ну что ж, давайте попробуем тогда. Так, будучи включенным, привлекает ваше поселение новых жителей. Давайте поставим его где-нибудь раз здесь, наверное. Так. И к нему, я так понимаю, нужно еще теперь поставить питание. То есть нужен генератор. Генератор. Но не хватает меди и керамики. Блин, вот дерьмо. Надо найти медь и керамику. Так, до хрена дерева. До хрена дерева еще раз. Какой-то цветок. А вот же, в принципе, у нас какая-то... А, вербовочный радиомаяк. То есть вот он и есть уже, получается. Или это мы поставили только что? Нет, у нас уже был. Мы поставили еще один. Нахрена, спрашивается? 5 стали при разборе дают. Не совсем то, что я хотел. Керамика, сталь. Так. Бетон, сталь. Блин, да, теперь вот еще медь надо искать. Офигеть, что бегать ее искать. Ну давайте таки поищем. Вдруг таки сможем найти. Табурет, сталь. Раковина, сталь, пластмасса. Дерево, пластмасса, дерево, пластмасса. Так, смотрим далее. Сталь, текстиль. На кровать, наверное, нужна нам. Стул. Сталь, текстиль. Дерево. Сталь, дерево, дерево. Вот же ж дерьмо-то, а. Пластмасса, сталь, асбест. Кофейник нам дает, а ковер. Текстиль 3. Стереосистема, только дерево. Обидно, досадно. Дерево вообще можно легко получить, просто куча дерева. Сталь тоже, в принципе, не проблема. Вообще, изи. А вот что касаемо... А вот что касаемо меди, с ней, конечно, небольшая проблема. Я, честно говоря, понятия не имею, где мы ее достанем. Сталь, резина. Дерево, сталь. Так, смотрим далее. Сталь, текстиль. Да, разберемся, он стул сломанный. Стали болты 2. Давай. Матрас дает текстиль. Так, что у нас тут? Дерево. Это явно медь не даст. Да, как-то обидно, обидно. Что пока мы медь тут в помине не видим. К сожалению. Зато набрали всякую бетона, всякой шляпы. Ладно, не отчаиваемся пока и продолжаем поиски. Вдруг все-таки найдем. Просто нереально какая-то куча дерева. Тут, в принципе, еще куча кроватей. Сталь, пластмасса, сталь. А мы вообще были в этом доме? Что-то я не помню. Так, дерево, сталь тоже. Дерево, сталь, плюшевый мишка. Кожа дает. Вот кожа нам, кстати, нужна была. Тоже для крафта брони, поэтому возьмем текстиль, пластмасса, дерево, сталь. Блин, ну что ж ты будешь делать-то, а? Нету нифига меди. Нету, может быть, робота грохнуть тогда. Может, он даст. Сталь,
Сталь, сталь. Сталь. Дерево. Так, выйти. Хорошо, давайте попробуем сделать несколько иначе. Управление мистером-помощником. Так, отключить единицу. Не знаю, таким образом вообще ломается, не ломается. Ну что-то вроде с ним отлетает. Интересно, так нельзя его сразу разобрать? На компоненты? Нет, так нельзя. Так. Собацки, сейчас к нему лучше близко не подходи. Топливо для огнемета, катушка силового реле, предохранитель и сталь. Ну может теперь-то нам хватит? Бедный профессор. Так, хорошо. Включаем режим строительства. Питание, оборона. Питание, генераторы. Да, отлично. Теперь нам хватает генератора. И это просто круто. Так, питание, освещение, соединители. Опоры ЛЭП. Опоры ЛЭП. Электромонтажный короб. Измененная опора ЛЭП. Переключатель. Нажимная пластина. Нет, как-то не так это делается. Подожди. Прикрепить провод. Вот, Y. Готово. 107 крышек, предмет взят. Отлично. Поговорить с Престоном Гарви. Ну что же, эту миссию мы худо-бедно выполнили. Пришлось, правда, конечно, робота бедного завалить, но он, примерно, все равно был бесполезен. Просто и катался, и говорил, кайф, круто. И все на этом. Даже не, давай включим его, что там. Выключен-то с хрена должно быть. Так, цветок тушки, предмет взят. Ну, в принципе, хорошо, можно перейти сдавать квест. Давайте посмотрим, это ли у меня стоит цель. В инфо. ПГС с Престоном Гарви. Да, это цель. Давайте тогда быстренько сбегаем, сдадим. Почему? Хотя можно даже, наверное, быстрое перемещение совершить. Нафига бегать-то? Так даже проще будет. Тут мы, в принципе, все равно уже все исследовали. Разведали. Санкчуари. Быстрое перемещение, да. Вот и прекрасно. Короли болотников, когти смерти, хамелеоны, роботоохранники и некоторые другие противники могут становиться практически невидимыми и устраивать засады на ничего не подозревающих жертв. Какая красота. Так, мистер Престон, твой генерал прибыл. Собацкий что-то нашел. Матушка, привет. Дай-ка что-нибудь поменяемся. Нет, ладно, в топку. Что-то нашел-то, интересно. Хрен его знает, что он там нашел. Где этот Престон гуляет, мать его? На крыше дома? Лоу. Серьезно? Какого черта? Как он-то разобрался-то вообще? What the fuck? Серьезно, на крыше дома стоит. Эй, Престон, слезай! Черт побери! Блин, интересно, как он-то поднялся. Реально интересно, любопытно. Как минимум любопытно. Ладно, я думаю, что можно, наверное, просто поспать, и, собственно, таким образом он наверняка спустится. Давайте так и сделаем тогда. Поспим на кровати до утра. Часика 4 хотя бы отдохнем. Восстановим силы. И, собственно, будем надеяться на лучшее. Вы чувствуете заряд бодрости? Вот и прекрасно. Вот и Сюнь Лон. Как у тебя дела? В другой раз, у тебя есть что-нибудь на обмен? Так. Нифига у тебя интересного. Надеюсь, ты найдешь сына. Спасибо, я тоже на это надеюсь. Так, ну, по крайней мере, Престон оттуда ушел, да, это уже радует. Где-то он там гуляет, в тех краях. Угу. В том здании стоит. Точнее, сидит. Ну, здорово, родной. Пока нам нелегко приходится, но все наладится. Мне удалось тащить это место и установить радиомаяк. Прекрасно, как только у людей появится своя земля, появится желание ее защищать. Могу подкинуть тебе еще работу, если хочешь. Я получил сообщение о том, что одному из поселений угрожают рейдеры. Я отмечу это место на твоей карте, сходи и узнай, что им нужно. Мы должны заручиться поддержкой как можно большего числа поселений. Станция Оберленд, поселение угрожает рейдеры. Так, давай поглянем, где на карте находится станция Оберленд. Как раз ниже, собственно, куда я направлялся, то есть
постепенно мы идем в Diamond City, по дороге как раз можно в станцию Оберлин заглянуть. Давайте тогда, наверное, переместимся вот сюда, вот, цех Корвега. Оттуда уже из изведанных локаций пойдем. Единственное, что не хватает, торговца патронов, потому что реально нам крайне мало. Мы их тратим просто с какой-то космической скоростью, а новые пока не находим, к сожалению. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Я думаю, что рано или поздно найдем. Так, нам нужно двигаться в ту сторону. Тогда в ту сторону и пойдем. Попутно осматривая окрестности на предмет чего-нибудь интересного и полезного. Ну, какое-то поселение. Давайте сходим, посмотрим, что у нас там. Я уж думал, кого-то ВАЦ нашел. Нет, это просто я кнопку случайно зажал, и в итоге она активировалась. На всякий случай дошлем патронов в дробовик. Свалка братьев Джабелртов. Джабелртов. Хрен выговоришь, блин. Гладкоствольный пистолет взять. Собацкий что-то нашел. Твою мать. Нашел, блин. Кротокрысов нашел. Да вы что, издеваетесь, что ли? Чего вас так много-то тут, а? Господи, боже мой. Что-то, говорит, нашел. Да, охрененно. Тихо, собацкий, потерпи. Одну проблему, кажется, решили. Все, собацкий сам себя восстановил. Ну и прекрасно. Не пришлось тратить стимпаки. Ублюдочные уроды. Так, ладно, не знаю, что ты там нашел. Тут ящик с инструментами запертый. Так что давай откроем сначала его, попробуем. Тем более, что открывается он очень легко, правда. Одну отмычку все-таки я сломал. Готово. Золотые часы, изолента, отвертка, скальпель. Забираем все. В хозяйстве сгодится все. Там радиация откуда-то. Так, ладно. Крышка, смоляника. Короткий коричневый лохмотья детей атома. Однако ж, интересно, дети атома, это какая-то очередная фракция, видимо, в этом фоллауте. Те, кто поклоняется атому. По-моему, были такие, гули поклонялись атому, если не ошибаюсь. В третьем вроде как фолочи. А нет, не гули там были, а в мегатоне поклонялись там, по-моему, да? Какая-то там была, это самая, типа как секта. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, плитку, в принципе, брать не будем, наверное. Здесь мы уже все взяли. То есть просто по кругу обошли. Давай, собацкий, ищи что-нибудь интересное. Твою мать, нашел, блин. Гребаные кротокрысы. Можно было бы, как ведьмаки, их норы взрывать, чтобы они больше не спавнились. Было бы круто. Но, похоже, тут такой опции нету. Так, спокойно. Так, дитя атома, очередная крышка, молотов кола, рулет и, понятно, и лохмутья их. Патрон для гамма-пушки, патрон для дробовика. Наконец-то для дробовика патроны нашли. Вот это на самом деле просто счастье. И 10-метровые патроны тоже, в общем-то, неплохо. Хотя пока и с обрезом неплохо справляемся. Но просто мой дробаш мне больше нравится, к тому же я его все-таки прокачал уже, как-никак. Крышка. И очередная куча радиации. И твою мать, Грена. Подвешена была на растяжечке, но слава богу, что мы успели ее обойти. Забавно. При том, что больше тут ничего нет, кроме этой гранаты. Хорошо, хотя бы машина сверху еще не накрыла. Да уж. И повсюду гребаные радиоактивные отходы. Просто повсюду. И вроде как больше ни хрена нет, по ходу дела, да? Вроде как все мы обыскали.
Разве что вот сюда еще не заходил, в это здание. Так, крышка. Так, нахрен, слишком большая радиация. Давайте попробуем одеть хотя бы одежду другую, чтобы хоть поменьше цепляла радиация. Так, комбинезон бесишься, значит, защита нам от радиации и противогазик. О, да, вот это я понимаю. Ковбой Мальборо, мать его. Все равно радиация гигантская. Какие-то дневники, блин. Ну ладно, пока мы взламываем, я думаю, что радиация меня не цепляет. Потом, в конце концов, сможем, наверное, отхилиться. Итак, попробуем койот. Сходство 2. Сходство 2. Так, ищем. Ну, это, в принципе, может быть любое слово. Например, трон. Отлично. Вы получили уровень 10. Прекрасно. В этом терминале найдет слово священного атома, снизошедшее на братья Эмунда, скромного писа и последователя спящего пути атома. Да снизойдет на каждого прочитавшего с просветлением. Да хранит вас атом. Открытие. Слава атому. Наше паломничество подошло к концу. Наделил нас благодатью и привело в это место озаренные его силы. Это святое место успокоения братьев Джалбертов станет нашей миссией, где мы построим святыню атома. Поистине мы избранные. Дикари. К нам обратились филистимляне, обладающие доброй вестью и завязывающие свой товар, акишлюхи. Мы разгадали их игру, они утверждали, что хотят торговаться с нами, но предлагали нам лишь ложь и искушение. Мы не свернули с пути истинного и омыли неверующих святой радиацией. Вот они с атомом отныне и навсегда. Слава атому. Святыня, о святыня, мы собираем силу атома, бочки и машины, которые некогда приводили в движение автомобили старого мира. Мы всего лишь простые рабочие, не художники, но наша преданность проявляется в святыне. Место, где смогут собираться и молиться все верующие, наконец готово. Слава атому. Управление замком. Состояние замыкающего механизма заперто. Деактивировать замок. Получение доступа к функциям безопасности. Авторизация пройдена. Деактивация замыкающего механизма. Что мы открыли, интересно? Давайте быстро смотреть. Факт, сколько же радиации. Это просто немерено. Так, потрошки. Ну ладно, возьмем. Это, в принципе, оставим. Крышка, скальпель. Вот, наверное, что мы открыли. Крышка. Патрон калибра 45. Удобный Что это? Вместительная закаленная рейдерская броня. Интересно. И какой-то удобный пистолет тоже возьмем. Ладно, все, валим отсюда нахрен. Ту радиацию уже навпитывали хреновую тучу. Так, давайте тогда быстренько переоденем обратно. Наденем темночки патрульного. И, собственно, бандана у меня там еще была красная. Ну, великолепно. И теперь оденем дорожную кожаную одежду, по-моему, так, да? Армейский шлем. Бронька, по идее, поинтереснее. Блин, у меня какая стоит? Расшитая, вместительная. Здесь закаленная рейдерская. Да, оденем тогда такую. А, вот оно как. Подожди. А, и так, неважно, ладно. Плевать, так, и дорожную кожаную одежду выденем. Так, и что-нибудь надо выкинуть. Что-нибудь такое, что мне не особо нужно. Да, в принципе, наверное, нет, кожаную броню жалко выкидывать. Она дорогая, наверное. Давайте лучше какой-нибудь ложевый пистолет. Вот, например, вот этот вот. Выбросить. Хорошо. Автосохранение. Так, там мы были. Ну, вроде как все получается. Давайте теперь еще захаваем немножко антирадина. Ибо радиации просто кучу мы навпитывали. Ну и, в принципе, валим отсюда нафиг. Далее. Ну что же, неплохо. Дети атома меня обогатили. Так, там какие-то еще дома. Обнаружено Грей Гарден. То есть какие-то серые сады. И где эти серые сады? Тут просто пустошь. Вот это что ли? Так она довольно далеко, по-моему. Ну ладно, посмотрим. Врагов пока вроде как не видать. Равно как и дружественных созданий. Тоже. Так, золотые часы, изолента, молоток, шаровым байком. Я скоро перестану вмещать в себя все это мероприятие. Так, шкаф, пиво, гвины домашние. В топку все это, в топку, комод. Так, ну готов пока.
Мистер Помощник там гуляет. Интересно. А вот там что-то, кстати, было какое-то здание. Вот, наверное, оно и было, Грей Гарден. Ладно, вернемся, посмотрим потом. А нет, ферма Грей Гардена, вот она. Ну, давайте с ним поболтаем. Если, конечно, они не враждебно настроены, если я вообще живы еще. Вроде никого нет. А значит, наверное, все, что найду, все будет моим. Древний глобус. Так, бурбон, стакан. Блюдо, тостер, готовый завтрак. Да не особо тут ценные вещи, поэтому, как-то не знаю, свернутая Бостон Бьюгл. Поднос. Ручка, телефон. То есть, ну, телефон, рада, что в нем всякие там шестеренки и прочая херня. Но, блин, теперь бегать не могу из-за него. Ментата. Давайте что-нибудь сожрем, чтобы бегать можно было. Так, помощь. Что мы там умеем такого? Ну-ка, ментата дают мне силу, нет? Интеллект и восприятие дают, нет. Нам нужно что-нибудь, что дает силу. Икс-клетка дает до хрена всего, но... Я так понимаю, не так-то уж надолго, да? Смотреть. Да у меня на одна к тому же. Нет, давайте что-нибудь тогда другое. Бафаут можно. Он тоже, правда, один, но фиг с ним. Давайте бафаут бахнем. Так, снова могу бегать. Дверь заперта сложная. Вот это интересно. Это любопытно. Твою мать, ладно. Сложные замки, естественно. Пару шпилек можно придется потратить. Готово. Что мы здесь имеем? Давайте сразу осматривать. Включим, пожалуй, даже свет. Макароны с сыром оставьте себе. А вот грязную водичку можно, пожалуй, и взять. Треснутая стеклянная миска. В топку ее. Врагов по-прежнему вроде как не видно. Изолента, серебряная столовая, кисть возьмем. Пригодится. Ну, сейф. Заперто средний. Тихо. Твою мать. Ладно, шпилит пока вагон, поэтому особо не заморачиваюсь по этому поводу. Почти. Да, пробуем так. Готово. Так, патрошки. Какой-то пистолет в топку, двойные деньги. Патроны, патроны. Так, тут главное еще это самое. Так, камеру тоже, наверное, пожалуй, стоит взять. Шпильку возьмем. Пачку сигарет возьмем. Главное, чтобы здесь не было каких-то ловушек, потому что вот там вот похоже на ловушку, на самом деле. Но раз ее ваться не видит, значит, может быть, это и не ловушка никакая вовсе. Дверь в туалет. Я, кстати, в приседе все это время хожу. Надо, пожалуй, встать, наверное, что ли. Полотенчик нельзя взять, нет? Нельзя. Интересно, какой плакат. You are approved world scientists. Что-то там про безумного ученого какого-то, короче, мешок с удобрениями. Наверное, нахрен он нужен. Ладно. Давай рассмотреть дальше. Тошка. Бутылка из-под ядер колы не нужна. Поднос для инструментов тоже, наверное, не особо. Ты так сделал такой звук какой-то нехороший. Я уж испугался. Химлаборатория. Дуга Теслы. Обезвредить. Да, видите, все-таки тут была ловушка. Штатив для пробирок. Колба. Овацию я не видел при этом, при всем. Значит, инструментами запертый. Твою мать! Бесит, когда на легких замках ломаешь шпильки. Реально бесит. Изолента, отвертка. Так, хорошо. Пробирки мне, в принципе, на ранавке нужны. Что мы можем сделать в химлаборатории? Можем ли вообще, в принципе, что-то изготовить? Потому что если можем, то, наверное, сделаем. Ну, заряд вот эти можно, конечно, сделать. Но нафиг они нужны. Давайте лучше стимпак изготовим один. Мину не можем. Препараты никакие, наверное, тоже уже не можем. Хотя вот кое-что можем.
Плюс 5 к интеллекту, посадка живых целей на 8 минут. Ну, может, интересно, конечно, хрен его знает. Неагенная ментат. Ну, давайте сделаем. Просто чтобы было. Можем даже сделать смолочно-охлаждающую жидкость. Не знаю, нахрена она нужна. Но требует она кучу всего, поэтому делать не будем. Так, хорошо. Кажется, вроде как все обыскали, да? Особо таких ценных вещей мы тут, в принципе, не нашли, но кое-что все же раздобыли. Кое-что полезное, что в хозяйстве может пригодиться. То есть в целом уже пришли сюда не зря. Ладно, можно потихонечку подниматься, смотри, что у них там на втором этаже еще находится. Так, главное не забывать про ловушки. Так, офисный настольный вентилятор, зажигалка. Наверное, мало интересует пустая ваза, но тут, в принципе, выход уже на пустоши. Ну что же, погнали. Как интересно. Так. Есть ли что-нибудь здесь такого примечательного? Вроде как ничего пока не видно, да? Твою ж дивизию застрял. На ровном месте застрял. Да, вроде как все получается. Вот и вся фирма. Ну что же, неплохо. В целом неплохо. В любом случае. Так, давайте посмотрим, что там такое за здание. Но посмотрим, давайте, наверное, уже в следующей серии, потому что как-то не печально, а нам с вами пора прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк, если это так, и не забывайте про комментарии. А для вас играла комментировал Валдай, это была игра Fallout 4 на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.